дорогі друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Аніта Рашевська. Місце, де неможливо поспішати. Чи існує таке, ми дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі. Коли ми почали обслідувати територію вокруг, то обнаружили ще 63 авіабомби 10-кілограмові. Другий мир, зовсім, як би. Во-первых, звук другой, ну как бы, то есть ощущение то, что как бы тоже вот дышишь под водой, как бы свой идет, ну, свой какой-то идет, в принципе, интерес. Разные сигналы есть, да, они страхующий водолаз стоит, который на земле стоит, и тот, который работает под водой. Работы будут разные, у тебя же снаряд. Вроде бы под воду нашел, у меня под воду кажется больше, и я его беру, вроде бы, как бы доставать, как бы на подъем. Вроде бы легкий. На суші він кажеться меншим, що вода как бы увеличивает. І в два рази він тяжелий. Хто не має права на помилку, розповідають наші сьогоднішні герої. Мужні і відважні. Друзья мои, мы с вами сегодня в гостях у спасателей. Потому что, ну, представить себе сегодня нашу жизнь без спасателей практически невозможно. Спасатели выполняют совершенно разные задачи, и в разных направлениях они работают. И сегодня мы в гостях у спасателей, которые гуляют под водой, как у себя дома. Прошу их любить и жаловать. Давайте с ними познакомимся и побеседуем. Друзья мои, и вот перед вами такие бравые парни, которые практически только что вернулись с очередного задания. У них есть несколько минут отдохнуть, но заодно и поговорить с вами, телезрители, о житии нашем достаточно нелегком, но очень интересном. Друзья мои, спасибо большое, что вы согласились принять участие в нашей программе. Тем более, что и времени у вас действительно очень мало, потому что вы хоть люди и молодые, но очень занятые. Итак, будьте добры, Дмитрий Евгеньевич и Дмитрий Игоревич, несмотря на то, что они молоды, но они уже достаточно опытны в своей профессии. Дмитрий Игоревич, будьте добры, вы опытный человек, опытный специалист, правильно? Да, ну, как бы я работаю в этой службе не так уже давно. После университета выпустился, встал на должность начальника отделения подводного разминирования группы пиротехнических работ. И вот работаем в аварийно-спасательном загоне. Занимаемся разминированием территории и акватории Николаевской области. Дмитрий Евгеньевич, что вас привело в работу в МЧС? Ну, мне нравится работа водолаза, как подводное, это же и подводное разминирование. Изначально я пошел просто водолазом. Вот, мне понравилось, как бы обучился полностью, меня обучила наша структура. Ну, вот, как бы я себя как бы с детства хотел быть военным. Ну, вот, после армии устроился сюда в МЧС. Вот, работал водолазом, очень мне нравилось. В дальнейшем мне захотелось пойти в саперы, обучился на появилась должность подводного разминирования, пошел туда. То есть, ну, обучился тоже. Вот. Занимаемся так же, как сухопутное разминирование, так и подводное разминирование. Вот. Нравится мне именно подводное и сухопутное, как бы разница есть, но в основном мне нравится подводное разминирование, то есть под водой работать. Работы бывают у нас разные, по Шукове, обследование, то есть также разминирование, также спасение на воде и под водой, и также достаем утопленников. Ну, как бы, бывают задачи разнообразные. Я хочу акцентировать внимание наших телезрителей, особенно тех, кто сетует на нашу молодежь. Друзья мои, перед вами совершенно молодые люди, но которые посвятили свою жизнь такой очень сложной, опасной работе, но такой нужной, потому что, ну, действительно, как сегодня представить свою жизнь нашу без спасателей, а вот без водолаза? Дмитрий Евгеньевич, будьте добры, вы хотели очень стать водолазом, вы им стали, но вы не просто водолаз, вы не просто гуляете под водой, а вы выполняете задачи, ну, можно сказать, повышенной сложности? Так, конечно, да. Вот наша работа достаточно опасная, достаточно, как бы, как объяснить правильно, резко, ну, в таком плане, что не каждый человек это сможет сделать. То есть работа требует обязательно, как бы,
Ну, физической подготовки и умственной. Обязательно, конечно. Везде, никогда именно в нашем подразделении нельзя спешить никуда. Обязательно придерживаться правил безопасности, внимательность и то есть не делать поспешных выводов. То есть самому, как говорится, пальцы в розетку сувать нельзя, То есть есть у нас высшее руководство, которое все нас всегда полностью перед каким-то выездом любым всегда проводит технику безопасности с нами. И перепроверяют наши знания по этим же технике безопасности, то есть, чтобы мы были подготовлены, проходим медкомиссию обязательно для того, чтобы быть уверены, что человек может выехать на выезд, потому что мало ли это не шутки, очень рискованно. Снаряды бывают разные, могут по-разному себя вести. Может снаряд сработать, то мы смотрим по ситуации, какой снаряд и как он себя ведет. То есть взведенный снаряд, не взведенный снаряд, количество разное их, разные калибры, разные наименования снарядов. Надо быть внимательным, то есть не спешить, не лезть по-своему что-то делать. Заниматься самодеятельностью в вашей работе не только невозможно, но и небезопасно. Возможно, запрещено. То есть по-своему захотелось мне полезть, этого делать нельзя. Потому что, я же говорю, могут быть разные моменты, не дай бог, это все-таки не шутки, это не игрушки, это не муляжи, это настоящие боеприпасы, которые, возможно, не сработали. В основном мы достаем часов Второй мировой войны, Снаряды, которые здесь находятся в этом маленьком, но уютном таком кабинетике, это все добытые вашими руками? Да, это взрывоопасные предметы, добытые группой пиротехнических работ. По Николаевской области везде доставали все, и с воды, и с земли просто. Основа снарядов здесь, которые присутствуют, в основном это сухопутное разминирование, в основном. Потому что с акватории, когда достаем, допустим, то они все неважные, то есть, их желательно уничтожать. Сразу, да? Да, обязательно уничтожать, потому что пока оно в воде, оно вряд ли, какой снаряд, я говорю, может сработать, может не сработать, но больше вероятности, что он может сработать после того, как вывести его на сушу, он может просохнуть, то есть это порох внутри, и он может сработать в любое время, то есть, по-разному. То есть, возможно, его желательно, его нежелательно, а... Обязательно его надо уничтожить после того, как его с воды достали, сразу вывозить на полигон, уничтожать его, как мы это в основном делаем. Вот это то, что стоит у ваших ног, это этот аппарат, именно водолазная укомплектация, да? Вот вы одеваете, телезрители, он безумно тяжелый, я вообще не знаю, как его таскать на себе, но вот и этот баллон, и все это ваша амуниция? Работаем под водой в таком аппарате, это аппарат называется АВА-2. Также есть еще АВА-1, это с двумя баллонами, а АВА-2 это с одним баллоном. Переводится как аппарат водолазный, автономный водолазный аппарат с одним баллоном получается. Помимо этого аппарата еще одевается много снаряжения отдельно, потому что, например, груз на себя пояс, одеваешься. И также разные моменты, то есть что мы берем под воду, чем можно работать, к примеру. То есть работаем только такими аппаратами на сегодняшний день. Это более уже аппарат, новее, не старых времен, а новый продуман. Работает он что зимой под льдом, мы можем работать как зимний, так же и летний, то есть не можем работать. То есть на нем можно проходить достаточно глубокие глубины. Очень аппарат удобный, ни разу тут свой не подходил. То есть задачи выполняем. Дмитрий Евгеньевич, а вы помните свой самый первый раз, когда вы спустились под воду? Что вас больше всего поразило под водой? Понятно, тишина, это совсем другой мир. А что еще? Такие воды, как у нас в данный момент, то, что ничего не видно, видимости нету, то понятно, что первое время был страх, немножко вел себя под водой недостаточно неуверенно, немножко терялся, где-то пугался, можно так сказать, пока не привык. Это то же самое, что с закрытыми глазами. Работа у нас заключается в основном на ощупь, в наших реках, озерах, реках и тому подобное. То есть какие-то заливы, которые будут в городе, Николаевской области в основном. То есть, конечно, на море, когда у нас проводятся работы, то есть подводное разминирование на Кимбургской косе, например, то там, конечно, видимость лучше. Там что-то видно, там уже и интереснее работать, и легче, потому что что-то видно. А вот в акватории, Николаевской области, в селах и в городе, допустим, то все зависит на ощупь. То есть очень тяжело, очень плохо все видно, очень все мутно. То есть работа намного тяжелее, конечно, но работу приходится делать, поисковые работы. Также обсматриваем, что есть, допустим, я же говорю, если по снарядам вопрос, то, допустим, бывают такие моменты, что снаряд трогать нельзя.
Его надо уничтожать под водой. Ну, то есть не трогай его, потому что его... Откуда вы знаете, что его нельзя трогать? Там все, ну, я вам так не смогу объяснить, как бы. Смотришь... Это интуитивно даже или это профессионально? Это профессионально, я же говорю, смотрите, как... Во-первых, смотря какой снаряд, то есть... Ну, взрыватель на нем, есть или нет, в каком он состоянии, взведенный, не взведенный и тому подобное, то есть такого плана. То есть вам это как объяснить, это как бы надо знать, ну, это... Ну, это уже ваша кухня, как это, говорится. Ну, как да. говорится, да, и то есть, потому что, ну, это не то, что я там придумал, мне так захотелось, чтобы взрывать его на месте, нет, конечно. То есть, ну, потому, ну, как бы я же говорю вам, я могу и ошибаться, бывают такие моменты, например, что мне кажется, но если я вижу, что он, то есть, небезопасный, ну, лучше не рисковать, лучше сделать так, как, ну, как правило говорят, чем рискнуть, а рискнуть, это, как говорится, может плачевно закончиться. Друзья мои, и сейчас у нас есть возможность показать вам, как работают наши герои в деле. Друзья мои, вот мы сейчас посмотрели, как обезвреживаются снаряды, достающие из-под воды. Если можно, расскажите, пожалуйста, телезрители посмотрели, что это было. Это работы проводились на Кинбургской косе на Черном море, на затонувшей барже 43-го года. Боеприпасы, которые лежали на дне, мы их искали, поднимали с помощью... Миноискателей подводных искали. Доставали на берег и так же само вывозили на полигон, на место уничтожения и взрывали. Вот скажите, пожалуйста, вы идете по дну морскому, речному, ну какая разница? В принципе, напичканному снарядами, да? Ну так получается? Ну как, они не в одну кучу, это не разбросаны, можно сказать. Их надо, не все снаряды видно. Есть, которые снаряды вымываются, и на них наталкивается видно сразу. А есть, которые мы работаем аппаратами, то есть миноискателями. То, что находим. Он может быть под водой на глубине там и метр, и полтора метра в глубине, то есть в песке там. То приходится размывать, делать размывочные работы. То есть, опять же, это все аккуратно. Ни тыканьем, мыканьем, ни колопатой, ни ломиками ни в коем случае. Потому что, я же говорю, неизвестно, что там за снаряд. То есть, ни экстрасенсы не видно, земля не просвещается. Вот размывается. Смотрим, что за снаряд, во-первых, лежит. В основном там 76-й артиллерийский снаряд, правильно, если не ошибаюсь? 76-й. Так, 45-й калибры. 100 миллиметров. Да, 100 миллиметров. Вот, как бы размываем все, смотрим, в каком он состоянии, как он лежит, возможно ли его поворачивать, крутить, вертеть. Потом начинаем его как бы раскапывать, то есть, и все они лежат как бы в разных сторонах, в разных, он как вот рассыпалось, глубина там около 4-5 метров, то есть, баржа большая была, как бы в одном месте 3-3,5 метра, в конце, допустим, баржа будет 5-6 метров глубины. То есть, и вот они по этому всему расстоянию разбросаны кто где. Есть кучками лежит, есть по одному, есть по два, я же говорю, есть по 10 может лежать, вот, то потихоньку так достаем, размываем и по-разному на них наталкиваемся, я же говорю, то, что есть закопанные, есть так вылазят, то есть по-разному. Ну вот под водой работать тяжело, но и над водой тоже тяжело работать. И вот у нас сейчас, телезрители, есть еще одно видео работы наших героев над водой.
будьте добры, прокомментируйте, что телезрители наши посмотрели сейчас. Ну, на данном видео показано, что группа пиротехнических работ и подводного разминирования по заявке прибыла в село Андреевка, там, где на территории жилого дома, как бы сказать, в огороде, нашли снаряд 76 мм. Когда мы начали обследовать территорию вокруг, то обнаружили еще 63, ну, около 60, точно, по-моему, 63 авиабомбы 10-килограммовые. Это еще времен Великой Отечественной войны. Как бы они вот так одна на одной лежали. Это как в войну, походу, закопали их, так они и до сих пор лежали. Ну, вот вообще, если так, навскидку, наверное, таких снарядов еще, вот вы их изымаете, вы их уничтожаете, а тем не менее, они еще остаются в земле и в воде, да? Остаются, конечно. Работы мы почти выезжаем, почти каждый день по территории ездим, по Николаевской области. Работы очень много, работать хочется, работа нравится. Есть профессии, представители которых не имеют права на ошибку. Это профессия хирурга, он не имеет права на ошибку. И вот сапер, он тоже, вот говорят, там сапер ошибается один раз. Нет, наверное, сапер просто не имеет права на ошибку. Да, не имеет. Потому что это может стоить жизни не только ему, но и многим. А возвращаясь к подводному разминированию, погружаясь под воду, вы уходите как бы совершенно в другой мир. И знаете, вот что интересно? Наверное, среди вас нет пессимистов, потому что вы видите разные миры. И тот мир, а выходя на поверхность, вы понимаете, что о, солнышко светит, о, птицы поют. То есть жить, в принципе, не так уж и плохо, наверное. Конечно. Само собой. Ну, под водой, да, вы правильно говорите, то, что совсем другая жизнь. Там, во-первых, как-то все по-другому, там ощущения совсем другие, как бы. Ну, то есть, другой мир совсем, как бы. Во-первых, звук другой, ну, как бы, то есть, ощущение, то, что, как бы, тоже вот дышишь под водой, как бы, свой идет, ну, свой какой-то идет, в принципе, интерес. То есть, помимо того, что работы, и так, ну, как бы, находиться под водой, как бы, какие-то есть, там удивился, там посмотрел, там понравилось, вот такого, там где-то интересно посмотреть, там, я же говорю, как вот себя вести, поведение, то есть, медленно все. Все медленно, во-первых, такой, ну, как бы, тяжести, в принципе, под водой и на суше разница большая. То есть, под водой, если этот аппарат, в принципе, вообще не ощущается вес, то на суше, ну, то есть, аппарат тяжелый. Пример, ну, к чему я это говорю, то, что работы будут разные, вот те же снаряд. Вроде бы под воду нашел, и у меня под воду кажется больше, и я его беру, вроде бы как бы доставать, как бы на подъем, вроде бы легкий. На суше он кажется меньшим, что вода как бы увеличивает, и в два раза он тяжелее, как бы такого плана. Ну, как бы под водой и на суше это как бы разные, скажем, как правильно сказать, картины или, может быть, жизни, да. И когда всплываешь, ну, конечно, идешь на подъем и вылазишь, ну, с воды, как бы, допустим, то, конечно, понимание того, что все-таки надо, как бы, не шутить с этим, что под водой тоже как бы это совсем ответственность большая, как бы малейшая какая-то ошибка может закончиться как бы очень плачевно и, ну, плохо, как бы. То думаешь, задумываешься, что стоит ли шутить и стоит ли баловаться, скажем так, к примеру. Друзья мои, а скажите, пожалуйста, когда сложнее работать, зимой или летом? Или это не зависит? Работа водолаза, в принципе, время года на деятельность и на работу не влияет? Или все-таки влияет? Ну, как бы, как по мне кажется, время года не влияет, потому что летом ты в легком костюме работаешь, как бы, зимой работаешь в теплом костюме. Но зимой под водой, когда подо льдом работаешь, или ты просто, как бы, ноль на улице, и вода очень холодная, и ты ныряешь, и видимость намного лучше зимой. Даже в той же речке, которая у нас Ингул, в ней видно хорошо. Вот мы вот буквально вчера ныряли. Видно, как вот, ну, метр, видимость есть. Более-менее работать так хорошо зимой. А подводный мир зимний и летний, он тоже отличается друг от друга? Или под водой все едино? Ну, в принципе, едино же, все зависит от видимости, а так смысл один и тот же. Работа под льдом, она ведь тоже сопряжена с навыками и умением, потому что водолаз уходит под лед, и ему потом нужно обязательно найти как лунку, в которую... Обязательно привязан. Обязательно. Стоит страхующий постоянно по сигналам,
по канату общаются, там разные сигналы есть, да, они страхующий водолаз стоит, который на земле стоит, и тот, который работает под водой. Они общаются. Есть еще специальный язык водолазов. Это правда, что вот водолазы под водой, они общаются знаками? Потому что... они общаются знаками, но это водолазы, которые дайвингом занимаются. У нас все по... У нас идет общение с человеком обеспечивающим, который стоит сверху, то есть по веревке. Да. Один раз, например, один раз дернул, один раз ответил, как себя чувствуешь, чувствую себя хорошо. Например, два раза дернул, проверь запас воздуха, два раза ему ответил, проверил запас воздуха, три раза там идешь на подъем, ну и так далее, там достаточно хватает своих, подать инструмент, пойти направо, пойти налево, сбился с курса, ну, например. То есть твои эти сигналы, например, немножко отличаются от сигналов, как вот в дайвинге, там, окей, там, и потом, да, и там, как бы, как себя чувствуешь, там, закончился воздух, там, то есть сигналы совсем разные. Ну, дайвинг – это, можно сказать, развлечение, увлечение, а у вас это, вы серьезные люди. У нас рабочие моменты, как бы, мы там не развлекаемся, скажем так. Друзья мои, и вы, в принципе, вы такие молодые, в жизнь, слава Богу, расстилается, даст Бог, долгой, и вы не жалеете, что связали свою жизнь вот с такой подводной стихией, ну не только с подводной, взрывательной стихией? Я не жалею, потому что у меня мама работает. Боже, мама ваш водолаз, Дмитрий Игоревич? Нет, не водолаз, вы что, мама у меня просто в службе работает, спасательной. Тоже она диспетчером работает. Как бы я с детства постоянно, у меня часть была, я сам в Запорожской области, у меня часть была возле дома, я постоянно к ребятам бегал туда, когда малой еще был. Ну и, соответственно, подрос, после школы в университет в Харьков поступил на сапера. Отучился 4 года, вот выпустился и приехал в Николаев работать сюда. Дипломированный специалист-сапер. Друзья мои, у нас остается еще немного времени, но я думаю, что нам хватит для того, чтобы вы обратились к вашим сверстникам с пожеланиями. Может быть, вам есть что им сказать нашим телезрителям? Да, дорогие друзья, приходите к нам в аварийно-спасательный отряд, в группу пиротехнических работ и подводного разминирования. Будем учить вас и вместе подальше работать и уничтожать взрывоопасные предметы по Николаевской области. А главное, друзья мои, вы откроете для себя совершенно удивительный и неповторимый мир, в котором есть все. И для этого не надо искать приключений, потому что приключения находятся сами. Сьогодні, друзі, ми спілкувались з мужніми і відважними людьми. Водолазом-сапером Державної служби надзвичайних ситуацій Дмитром Волощуком і начальником відділення підводного розмінування Дмитром Захаровим. Я, Аня Тарашевська, прощаюсь з вами. На все добре.